Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. В этом выпуске основное за неделю. X5 Retail Group запустила в Кирово-Чепецке логистический центр. Он получил название «Вятка» и обслуживает магазины из сети «Пятерочка» Кировской области, Коми и Мариэл. Основная площадь около 30 тысяч квадратных метров. Там есть помещение для хранения фруктов и овощей, мяса и рыбы, зона приема и отгрузки товаров. Распредцентр работает круглосуточно. Трудятся там в основном жители Кирово-Чепецка. В общей сложности создано порядка 400 рабочих мест. Стоимость инвестпроекта – 1,5 миллиарда рублей. Это позволяет Чепецку, как моногороду, получить бюджетные средства на строительство и реконструкцию дорог, отмечают местные власти. Экономика. Власти отчитались о завершении строительства индустриального парка в Слободино. Сейчас готовится процедура сдачи объекта. По данным Минэкономразвития, в промпарке 9 потенциальных резидентов. В настоящее время ведутся переговоры с 5 из них и компаниями «Евростройтехплюс», кировской фармацевтической компанией «Веста», «Аварус» и «Стиплекс». Они могут занять более половины территории парка. Экономика на 101 FM. Резидентов ТАСЭР освободят от налога на имущество. Кировские власти сделают это для привлечения инвесторов. В регионе статус территории опережающего социально-экономического развития получил город Вятские Поляны. Сейчас три компании, которые работают в местном промпарке, выразили желание стать резидентами ТАСЭР. Это их обяжет создать в первый год работы минимум 10 новых рабочих мест и вложить в предприятие 2,5 миллиона рублей. Государство же поддержит бизнес с нулевой ставкой налога на прибыль в течение 5 лет. Кроме того, с 30 до 7,5% будут снижены на 10 лет тарифы страховых взносов. На региональном уровне планируется снижение ставки налога на прибыль и освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Программа «Экономика». К другим новостям. Детский мир на Комсомольской хотят продать за 40 миллионов. С такой ценой муниципальное предприятие включено в программу приватизации муниципальной собственности на следующий год. Также город продает 100% долю в уставном капитале «Вяткомторг». Это 2 комиссионных магазина. Ее начальная стоимость 5 миллионов. Кроме того, в программе приватизации значится центральный рынок. За него город рассчитывает выручить минимум 500 миллионов рублей. С ценой в 50 миллионов хотели внести в программу 64,5% акций компании «Куприт», принадлежащих муниципалитету. Но против выступил глава администрации Илья Шульгин. И рассмотрение программы приватизации Бурдума из-за этого перенесла с ноября на октябрь. Экономика. На поддержку предпринимательства могут дополнительно направить 40 миллионов. Заявку в Минэкономразвитие на следующий год кировские финансисты уже направили. Деньги могут быть получены на развитие инфраструктуры и поддержки субъектов предпринимательства в области промышленного и сельскохозяйственного производства, на поддержку тех, кто работает в моногородах, на содействие развитию молодежного предпринимательства и на другие направления. Программа «Экономика». Новый руководитель Киров-Пассажир Автотранс займется финансовым оздоровлением предприятия. На эту должность в областную компанию, занимающуюся пассажирскими перевозками, назначен Денис Пырлок. Раньше он руководил одной из частных транспортных компаний Кирова. Он пояснил, что ему необходимо разобраться с долгами Киров-Пассажир Автотранса, использовать возможность оказывать услуги по ремонту автомобилей и автобусов сторонних организаций, развивать заказные и школьные перевозки, бороться с нелегальными перевозчиками и заниматься обновлением парка. На 101 FM. Напоследок, коротко, несколько цифр. 100 миллионов рублей рассчитывают получить кировские аграрии в качестве компенсации за погибший урожай. На 38% удалось снизить кадастровую стоимость своей недвижимости юридическим и физическим лицам, обратившимся в Росреестр за переоценкой. 700 инвалидов приняли на работу кировские предприятия за 10 месяцев этого года. В завершение о валютах. Доллар сегодня 58,58, курс евро 69,52. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.